Приветствую зрителей. Благодарю, что вместе с нами. Покажут нам сериал под названием «Нужна невеста с проживанием» по телеканалу «Россия» с 23 апреля 2022 года. Мы можем с анонсом сериала. Итак, давайте начнем. Наталья всю свою жизнь посвятила заботе о любимом муже Андрею, но неожиданно узнает об измене. Ее брак в одночасье рушится, и Наталья вынуждена уйти из дома. Теперь ее нужно не только искать жилье, но и работу. Одна за другой ее попытки терпят крах. В отчаянии Наталья решает устроиться сиделкой с проживанием. Профессиональный скрипач Дмитрий хочет обеспечить уход за своим отцом Борисом Евгеньевичем. Но все не так просто, ведь сам больной отец категорически против сиделки и примет помощь только от близких людей. Однако Дима все продумал, он готовит спектакль, в котором Наталье предстоит сыграть главную роль. Благодарю вас всех за просмотр содержания серий. Не забывайте подписываться на канал.